кто, какая часть, зачем пришел? Алексей, 25-я бригада, войсковая часть 75-242, войсковая часть, 25-я бригада. Зачем прибыл, с какой целью, кто послал? Прибыли мы на учение. Драйвер, мы нас тут обманули маленько. Ну, так вот оказалось, что теперь я здесь. Та же часть, изначально говорили, что прибыли на учение. В итоге, когда уже закинули на передовую, люди все были демобилизованы и никто не хотел идти. Но сказали, будете врагами народа. Так это военное время, то вообще можете быть, но расстрелянными. И нас стали закидывать, как пышечное мясо. Хотя люди, все, по крайней мере, наши части этой войны, но не хотят. Просто хотят домой, просто хотят мира. Александр, 25-я бригада, та же часть, водитель. Посадили, сказали, учение, все там нормально, все как бы будет. Ну, мы не знали, что пока мы ничего не хотели. Нас просто обманули и бросили. Та же часть. Та же бригада. Номер части, повторяю. Ну. Сейчас я не помню. Недавно. Недавно сразу. Резервист? Резервист, да? По резерву, да? Ничего. Зачем прибыл? Что? Тоже на учение? На учение, как и казалось. А когда прибыл? Сколько дней назад? Недели две. Недели две назад, да? Понятно.